Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Новосибирск, можно это сказать. Это мы. Да, Новосибирск. Ну все, давайте сразу. Да, давайте сразу. Итак, представьте, пара, семейная пара, которая живет на первом этаже. Это, Людка, что, спать ложиться будем? Поздно уже, поздно. Поздно. Пора. Давай это только форточку откроем. Духота в комнате невозможная вообще. Открывай, правда, открой, да, душно, сильно. О, свежий воздух. Хорошо. Ну все, давай, я спать, я люблю тебя. И я тебя люблю. Я тебя люблю. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Саш. Че? Че, не слышишь? У нас под окном опять кто-то писает. Ну, конечно, мы купили квартиру на первом этаже возле кинотеатра. Здесь постоянно кто-то писить будет ходить, а? Зашибись. И что теперь делать? Может, разберешься, сходишь, а? А что разбираться? Сейчас посыд да уйдет. Да, а знаешь, у меня такое ощущение, что это ты сышь сказать, чтобы у нас под окном не ссали. Да сейчас он закончит, я тебе отвечаю. Вот смотри, вот чуть-чуть осла. Ну давай! Ну! О! А, я ж тебе говорил. Сколько в него влазит, да я вообще не могу понять. Да вообще капец какой-то. Саша, сделай что-нибудь уже, а? Да что делать? Давай в игру поиграем опять, а? Да не хочу я угадывать опять, мальчик это или девочка. И так понятно, что это парень там стоит. Да ладно, прикольная игра же, а? Вообще не прикольная игра. Ну, я не знаю, представь, что это дождь. Какой дождь, Саша? А вот и раскаты грома! Саша, это вообще не смешно, быстро иди, сходи, что-нибудь сделай. Что происходит? Сейчас он уйдет, ну невозможно столько, сейчас он уйдет уже. Еще друзья пришли, а? Да чего они ходят-то сюда постоянно, а? А потому что ты ментом, Саша, работаешь. Я тебе давно говорил, увольняйся с этой работы. К нам скоро из соседних дворов вон приходить будут. Фундамент дома скоро размоет, Саша. Да ладно, вот ты что такая напряженная? Че ты орешь-то как это, а? Журчание воды, наоборот, должно успокаивать. А ты что-то как это, а? Отличная. Да потому что меня бесит, что ты сделать ничего не можешь. Сейчас разберусь. Иди разберись. Сейчас разберусь, иди. Все. Шалупонь, ну-ка разбежались отсюда, а? Все, ушли. Молодец, Саша. Блин, Саша, ты-то зачем это делаешь, а? Магическое место какое-то, Людка, да здесь. Да блин, какое магическое место? Быстро домой вернулся. Все, ладно, вернулся я. Все. Все. Ничего не мешает. Ничего тебе не мешает. Спим. Спим. Люблю тебя. Спокойной ночи. Ага. Блин, да что ж такое-то, а, Саша? Ты с первого раза, что ли, небось? Сейчас разберусь. О, это дождь. Слышь, Людка, это дождь. Дождь? Это просто летний дождь. Да, спи. Спи, спи. Спокойной ночи. Нахрен идите отсюда, говорю быстрее. Это были Спайдер и